Президент принял главу делегации Европейского союза в Молдове Дирка Шубеля. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено планам реализации социально-гуманитарных проектов Евросоюза на территории Приднестровья. У нас полный ряд новых проектов, которые мы решили. Я думаю, что это будет замечательно для, не только для доверия, но только, тоже для людей в Приднестровье, которые могут смотреть, что наши деньги были позваны для людей в Приднестровье, которые, ну, для детских садов, для реновации детских садов, школ, больниц. Это все это мы будем делать вместе. Кроме того, на рабочей встрече речь шла о молдо-приднестровском урегулировании. Евгений Шевчук и Дирк Шубель обсудили вопросы подготовки к запланированной на 17-18 февраля встрече в формате 5+2, которая пройдет во Львове.